Так, у нас есть петух. Он садится в посадочное место. Я его пальцем прижал, и он люфтит. То есть между обоими винтами есть люфт. То есть он не прижимает. То есть если я здесь прижму, то вот он сюда идет. То есть он гуляет. То есть отфрезеровано не четко. Либо вот эти два под углом, либо само посадочное место под углом. И оно люфтит. Видно?